Доброго вечера. Хочу показать, какие у нас дороги. Вечером поездка. Я на работу. Мы живем 20 ездим просто в километрах от города. Дороги кошмар, кошмар, кошмар. Ну, чистят хорошо. Вот тут отрезок, один отрезок 10 километров, он как ничейный, его почти никто не ремонтирует. Сейчас выйдем на ровный участок дороги. Ровненько пойдет. Это у нас поселок начинается. Один участочек только без света становится. Уже вся сельская местность освещена очень хорошо. Видите, какая красота. Живем, у нас 10 минут, если с самого городка, где мы проживаем, через лес идти, турбаза Белкина. Белкина. Мы живем, что хорошо, у нас сам военный городок окружен, с одной стороны там болото, с другой стороны речка, с третьей стороны лес сосновый. Здесь уже полили дорогу. Сейчас еще в город заедем, сейчас я отключу. В город заедем, я покажу, как у нас. Сейчас НПЗ у нас будет еще. Засниму. И подъезжать к городу будем. У нас поселок городского типа. Рядом с нами Красный Ткачи называется. Так по мелочи за продуктами всегда заезжаем. Мелочка. Небольшой поселок. Здесь дома. Пятиэтажные магазины. Дорога не ям-ям. Дорогу делаю-делаю. Это постоянно здесь отрезок очень дорога. Это у нас знаменитая Карабиха. Усадьба Некрасова. Здесь. Каждый год некрасовские чтения здесь бывают. Некрасов как-нибудь засниму. Сейчас дальше покажу достопримечательности наши. Дальше у нас виднеется желтыми фонариками вдалеке. Это завод нефтеперерабатывающий. Раньше это было Славнефть. Сейчас Газпром. Здесь у нас поселок Дубки, там дельфинарий у нас и фабрика рыбу, лосось вроде там разводят, индивидуальные предприниматели. Вот, пожалуйста, это завод, сейчас он Газпром, нефтеперерабатывающий. Красота, очень красивый. Немножко придется отвлечься, и тут за мной машина едет. Смотрите, какая красота. Как будто город, когда въезжаешь в Ярославль, едешь из Москвы на поезде. И такое ощущение, что город стоит освещенный. Машинками прогоняют. Смотрите, полностью освещен. Завод был раньше Славнефть. Пост ГАИ у нас сократили, вот этот вот, остался только весовой контроль. В
Смотрите, как освещен. Сейчас посмотрим, сколько стоит топливо на Газпромовской. Ну, не видно ничего. Ну, ладно, бог с ним. Вот. Завод все еще идет. Комбикорм мы вот здесь покупаем, вот. С правой стороны красная вывеска. Это первый. А так склады еще дальше за городом, в другую сторону. Здесь вот с левой стороны, где заканчивается, вот закончился НПЗ, здесь взрыв был у нас, труба взорвалась. В 2011 году. Это построили автомобильные концерны, свои автомагазины. Это Яркамп. У нас вообще Ярославль очень промышленный город был. Завод шины, завод моторный, завод резинотехника, линозавод. В общем, очень-очень много нефти перерабатывали завод. Очень много было заводов. Все развалилось, все, ну так, на дежурном варианте какие-то цеха работают, переделывают, а вот Land Rover, Jaguar, магазинчики, все автомагазины, Toyota, красный вот этот вот, этот светофор зеленый, это здесь развилка на Кострому. Я все за мужем приехала. Видео сейчас буду отключать. Это развилка на Кострому и на Иваново. Вот туда иногда ездили. Там как раз осталось 2 километра и уже Ярославль, город Ярославль. Как-нибудь Ярославль я засниму. Очень старинный, красивый город. В основном церкви, больше смотреть, так сказать, нечего. Ну, на этом заканчиваю. Всего хорошего. До свидания.